В Павлодарской области первыми проголосовали работники заводов и предприятий, которые сегодня заступили на смену, чтобы они успели сделать свой выбор маршрута служебных развозок. Специально передвинули поближе к избирательным участкам. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент в регионе Ербол Абишев. Ербол, добрый день. Как проходит голосование? Добрый день. На эту минуту, по информации облизбиркома, явка избирателей Павлодарской области уже превысила 18%. Павлодар – город заводов и предприятий. Множество людей воспользовались своим конституционным правом еще ранним утром. Сейчас мы находимся на избирательном участке номер 11. Нам удалось поприсутствовать на его открытии и встретить первых голосующих. В целом же, если говорить о ходе выборов, в голосовании участвует более 456 тысяч избирателей. Это больше половины населения Павлодарской области. За все время, что мы находимся здесь, процедура голосования идет в штатном режиме. Впрочем, подробнее обо всем этом может рассказать председатель избирательного участка номер 11 Быржан Ускенбаев. Настроение у людей хорошее, бодрое, праздничное. Постараемся всех принять, выдать бюллетеней, провести голосование. На данное время явка избирателей 18%. За ходом выборов следят 16 наблюдателей, которые представляют аккредитованную группу миссии СНГ. Столько же и международных наблюдателей от ОБСЕ и БРИЧ. И вот сейчас мне подсказывают, что процент явки избирателей немного изменился. Сейчас он уже составляет около 20%. На этом у меня все. Эльвира. Благодарю, Ербол, за подробную информацию.